Добрый день. Я хотела бы напомнить как бы о своей общине. Слишком давно я, в принципе, не делала никакие вот это ни в Ютубе, ни так, ну, по многим разным причинам. Но в феврале, 6 марта, по-моему, да, 6 марта я делаю «Порим ли детей». Я не просто отчет, а просто хочу знать, хочу сказать, дети были очень благодарны, родители были благодарны. Сама каким-то образом как бы собрала, потому что погоды были, дети болели, но все равно пришли, потому что я им давно не делала. Но прошел очень на высоком, на хорошем уровне, азербайджанским, восточным, музыкой, символическими подарками. Им было интересно, были с 4 лет у меня до почти 12 лет. И мальчики, и девочки. Да. Главное, родители были довольны, потому что то, что они в школе Пурим видели, и то, что я им предоставляю восточную музыку, даю им знать, откуда их корни, откуда они приехали. И спасибо Юле Штравин, что она тоже дала мне зал, потому что сейчас это немножко более труднее, чем было раньше, поэтому я не делаю каждый год. Делаю другие вещи, которые касаются людей. И поэтому я первым долгом хочу сказать, что то, что дети радуются, то, что родители радуются, я, наверное, за все эти годы этим желаю, этим живу. Поэтому дай Бог всем детям, чтобы они выросли, запоминали, что они... Есть люди, которые родились там в Баку, есть, которые там раньше тоже не делались это. Знали наши вот предки, наши родители, знали, что такое Пурим какой-то в этот день, это Омуну называется. Есть, которые, как бы сказать, другие праздники наши. А дети, которые сегодня приехали, они здесь в школе видят, слышат, больше знать начали об этом, о каждом празднике. Она чувствуется. Тем более наши восточные люди, горские евреи, это особенно отмечается своей, в любом случае, праздничными блюдами, праздничными, гостеприимство, радости, все, маскарады, все это дают людям знать. Это лишний раз дает только то, что не забывать о написанном Богом в Торе, что, какие дни, что должно быть. Это первым долгом. Еще раз, чтобы Пурим такие радостные дни, день Эстера, который, как это называется, Таанит, это пост, который люди не кушают, в том числе мои дети очень привязаны. Я не смогла до конца, но кто это сделал, это спасибо, как говорится, им, для того, что они уважение к сказаниям и писаниям Бога, я так считаю. Все, это касалось бы Пурима. Я надеюсь, что люди помнят, кто-то, кого я просила написать, как прошло. Написали, сказали, но это без фотографий, по-моему, получилось, потому что немножко это помешало мне. Фотографии нехорошие вышли, поэтому я не знала, я могу дать это в газету или нет, но в Ютубе будет.